Господь наш Иисус Христос, говорит Максим, резко обличал фарисеев, книжников и законников, называл их лицемерами, но он же все-таки любил их. Ну, конечно, любил и обличал. Да. Именно потому и обличал, что любил. Потому что любовь – это требовательное состояние. То есть, когда человек никого не любит, ему на все наплевать. А когда он любит кого-то, он хочет, чтобы тот, кого он любит, был лучше. То есть, проверьте это по себе. Наверняка вы хотите, чтобы тот, кого вы любите, был хороший. Чтобы он был еще лучше, чем есть сейчас. И Христос хотел всякого добра человеку. И именно из-за любви и обличал тех, кто был хуже, чем должен был быть. Да. Вот так вот.